История с продолжением. В Иркутске задержан бывший сотрудник мэрии по делу о незаконном строительстве дома в Иркутске по адресу Пискунова, 40. Здание возвели и сдали в эксплуатацию без разрешения. Квартиры были проданы, а теперь люди должны за свой счет снести этот дом. Историей заинтересовались в прокуратуре, следственном комитете и полиции. Сегодня стало известно, что экс-сотрудник администрации города, который знал о незаконном строительстве дома, не предпринял мер, чтобы остановить действия подрядчика. Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника отдела судебных приставов. Она должна была проконтролировать остановку незаконного строительства, но закрыла на все глаза. Но не просто так, а за взятку в виде двух квартир в этом доме.